Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем рукодельном канале. Сегодня я пробую запись с микрофоном. Дети мне подарили на день рождения. Посмотрим, будет лучше или ничего не изменится. Надеюсь, хуже-то уж точно не будет. И на мне мой свитер, который я довязала. Довязала его еще в субботу. Уже постирала его в субботу. В воскресенье я вам уже там в кусочки показывала. Вот так все это на мне смотрится. Давайте я стул уберу, чтобы подальше встать. Мне нравится эта свобода облегания. Вязала специально, чтобы носить под куртку. Вот так все это выглядит на мне. Мне кажется, хорошо по размеру. Вот такие рукава. Рукава узкие, да, большая манжет такой. Очень удобно под куртку, я примеряла. Мне кажется, будет хорошо, комфортно носить. А ворот такой довольно-таки длинный, но он хорошо тянется. Стирала свитер в машинке на режиме шерсть, ничего не случилось, не вытянулся, не свалялся, все с ним отлично. 370 грамм его вес, и да, он немного колется, если вы боитесь колкости, то эта пряжа не для вас. Это стопроцентная шерсть, шотландский твид, если кто не смотрел мое предыдущее видео. Я тут покрутилась, у меня вчера была мастерская Деда Мороза, я запаковывала подарки. В общем, пятница сегодня, не знаю, не помню, сказала или нет, 22 декабря. Пятница, значит, время моего вязального влога. Вязала, как всегда, торопышком, связала носочки, красила пряжу, показывала свои покупки, вернее, подарки к дню рождения, которые я заказывала, да. Все вы увидите в этом ролике. Вам приятного просмотра и увидимся уже в конце этого влога. Всем привет! Я сегодня начинаю запись нового вязального влога. Сегодня у нас воскресенье, 17 декабря. И у меня три готовые работы. Две маленькие, а одна большая, долгожданная. У меня даже нет сегодня никакого декора, чтобы вам вообще показать по максимуму весь масштаб. Первая готовая работа – это носки. В прошлом влоге я показывала, у меня был готов один. Это носки в мою носочную коробку. Носки декабря. Кстати, я отсняла видео по носочной коробке. Все мои 12 пар носков, которые я откладывала по паре в месяц, все там показала. Выложила уже и на YouTube, и на Дзен. Если вам интересно, пройдите, посмотрите, что же у меня там случилось за год. Я сама люблю такие видео, с удовольствием его сняла. Может быть, и вам тоже понравится. Ну вот, эти носочки декабря, тоже в моей носочной коробке, резинка 2 на 2, пятка резинка 1 на 1, пятка подкова, ленточное закрытие, стянуто 8 петелек просто иголкой. Вязала на размер 42-43, но когда стирала на руках, кстати, полиняла пряжа, вода была прям голубая. Они у меня так прилично расползлись, возможно, это меринос, я не знаю состава этой пряжи. И назад до конца они у меня не собрались. Размер получился где-то 44-45 вместо 42-43. Не знаю, у меня нет знакомых с таким размером ноги, с большим. Ну, надеюсь, они найдут своего обладателя. Классные носки. Супер, мне нравится. Расцветка очень красивая. Довольно-таки толстые. Здесь они такие немного помятые, потому что сушила на блокаторах. Они высокие, и у меня на блокаторах не хватило высоты. Поэтому, чтобы вот здесь вот они не были вот так сверху, я немножко их так приспустила, поэтому они не особо ровные. Ну ладно, классные носочки, очень теплые, толстые. И вторая моя из маленьких готовых работ, корзинка моя игрушечная, да? Такой наносик для торопыжек готов. Я показывала в прошлом влоге, была заготовочка, только вот сам наносик, не было спиралек. Все, я их довязала и связала две заготовки.
Вот такие. Вдруг, если кто-то надумает, я не знаю, у меня многие спрашивают, да, в клубе у нас, как я вижу, эти ананасики. Как-то очень давно увидела где-то, больше нигде их не встречала, вижу по памяти, и, может быть, когда я объясняю, не особо понятно людям, да, как я их вижу. Ну, в общем, что я хотела сказать. Вот мне кажется, он такой довольно крупноватый, да, большеватый, хотя он по весу, в принципе, легкий. А вот эта заготовка связана точно так же. Вот здесь вот основание, 36 петель, вот это. И вот этих чешуек, да, еще рыбки с такими чешуйками вяжут. У меня их здесь 6 штук в ряду. Здесь то же самое. И так как мне показалось, что это крупновато, я решила попробовать вот здесь сделать основание 30 петель и 5 вот этих чешуек в ряду. То есть видно, да, а здесь в высоту их 5 рядов вот таких, да, желтеньких. Видно, да, что вот этот поуже, этот такой толстенький, попробуем набить вот этот. Может быть, мне такой вариант понравится больше. Один ананасик будет, вот я не стала убирать ниточку, вот такого цвета спиральки. Их, наверное, не хватит на два, поэтому у второго будут вот такие спиральки. И все, и придется нам с вами опять наполнять мою корзинку хлопком. Вот так. Ну и гвоздь сегодняшнего подключения, вы, наверное, уже догадались. Это мой свитер «Тайга». Я его связала, довязала вчера, постирала, вся спрятала все кончики, постирала. Очень жалко, что не передается вам цвет, потому что на самом деле это вот название «Меланж Тайга», он довольно-таки насыщенный, такой темный, зеленый цвет. Обалденный, классный, мне нравится. Вот смотрите, что получилось. Он постиран, но не отпарен, да, как высох на горизонтальной поверхности. Вот, мне он отлично по размеру, не широкий, как я и хотела, чтобы под куртку, да, было удобно носить. Вот такая резинка 2х2. И вот такой получился. Я обязательно его надену и покажусь вам в кадре, либо маленький кусочек видео отдельно сниму, либо покажусь в нем, когда буду записывать начало этого влога и окончание, да, лицом в кадре, возможно, тогда я вам в нем покажусь. Вы видели, да, что я вяжу с котом, вязала с котом этот свитер, поэтому тут немного, и его шерсти тоже. Это 100% шерсть, шотландский твид, все вы это уже видели не один раз, я показывала эту пряжу. От 4 мотков, от 400 грамм у меня совсем осталось прям чуть-чуть, наверное, грамм 20. То есть можно сказать, что на свитер у меня ушло где-то 380 грамм. Ну, если интересно, я потом взвешу и скажу в следующем подключении. Я очень довольна, долго вязала, недели 3. Для меня это очень долго, потому что обычно я плечевое изделие на себя вяжу неделю, может быть, максимум дней 10, но здесь тонкая пряжа, тонкие спицы, поэтому этот процесс у меня так затянулся. Но я очень рада, что он готов. Еще я начала из процессов, которые у меня на спицах, это единственное, да, теперь у меня. Я начала шапочку-торопышка, буду вязать комплектик. О, смотрите, как цвета красиво смотрятся, да, обалденно зеленый, вот такой вот кирпичный, горчичный, коричневый, не знаю, как назвать. Прям обалденное сочетание, конечно. Ну вот, буду вязать комплект торопышка, буду вязать свои игрушки. И на этой неделе очень хочу пошить подарочки к Новому году для девчонок. Ну и буду рассказывать в следующих подключениях о своих успехах и о своих планах. Все, до следующего подключения. Пока. Привет-привет. Сегодня вторник у нас, 19 декабря. Погода у нас очень странная на улице.
Сегодня плюс 3, с самого утра идет дождь. Я выжидала погоду, думала, может, посветлее будет в квартире, но нет, светлее не становится, поэтому как есть. Особо вязания у меня не было все это время. Я как в субботу довязала там, снимала кусочек вам в воскресенье, и потом я шила. Решила пошить немного подарочков девочкам на встрече волонтеров, с которыми мы общаемся. Я не буду называть пока что это, включу в другой влог, потому что некоторые девочки меня смотрят с нашего клуба. Ну и что у нас связалось? Связалась у меня жилеточка, шапочка и носочки. То есть малый комплект. Я вам показывала пряжу. У меня осталось ее вот совсем немножко. Но это теперь уже буду добавлять с каким-то еще цветом. Из цветного, кстати, это все, что у меня осталось. И на этой неделе я уже больше для тропыжек не буду вязать комплекты. Завтра уже, наверное, буду все стирать, все собирать. В субботу у нас встреча. Ну, вот как-то так. Вот такой комплект у меня. Из игрушек. Вот этот ананас я вам уже показывала. Готов у меня вот такой желтенький. Веревочку что-то не запрятала. Еще надо вяжу, когда третий. Вот такой. И вот я вяжу теперь еще спиральки с зеленым. Да, смотрите разница. Я говорила, что вот здесь вот у меня на 30 петель, а здесь на 36. Если сравнить вот с этим, то совсем, да. Вот это тоже на 36, но я в этот раз просто, когда шила мешочки, я вообще люблю трикотажный хлопок, да, мне удобно вставлять их, зашивать. И вот здесь как раз вставлен трикотажный мешочек хлопковый, а здесь этот раз я шила из белой вязи, да, из хлопка. И вот когда набиваешь трикотаж, прямо расплывается сам. Видите, как ананас расплылся, да? Ну, а вязь плотная и не дает ананасику расплыться. Даже вот такой вот, не знаю, видно, такой прям фактурный получился. Красивый. В общем, этот такой пузатый, а этот такой похудее. Но этот вообще, в общем, красавчики, ананасики. Обожаю их вязать, очень люблю. Довяжу вот этот ананас спиральки и тоже все отправлю в стирку. Вот что у меня тут совсем уже чуть-чуть остается, и я думаю, что вот мне еще желтого и зелененького хватит еще на один ананас, но, скорее всего, это будет уже к следующей встрече. Из вязания это все. А, нет, подождите. Вот у меня тут проектная сумочка моя. Если кто ее еще не видел, я ее шила сама как-то. Я начала носочки. Мне нужно связать маленькие носочки на 35 размер в подарок для девочки. И я вот начала такие носочки. Это стоковая пряжа. Сейчас я тут все достану. Покупала стоковую пряжу вот такой желтый. И вот такие там остаточки были. Два моточка маленьких совсем. Я решила резиночку желтеньким, потом вывяжу вот такой поголеночек, и все остальное, скорее всего, будет желтое. Посмотрю, может быть, мысочек сделаю тоже каким-то вот таким цветом, но хотя тут что-то совсем чуть-чуть, не знаю. Наверное, все остальное будет просто от пяточки, и дальше будет все желтым. Начала вязать, и что-то прям совсем такая тонкая нить. Я вспомнила, что у меня от пуха норки куча осталось дополнительных нитей желтых, и я решила добавить. Вот что получается. Здесь в желтом цвете практически вообще не видно этой добавочной нити. Ну, а здесь она вот такая. Ну,
я, в принципе, люблю пестроту, да, и в игрушках вы часто видите, что у меня пестренькое. Мне кажется, хорошенькие будут носочки. Здесь прям так резиночку хорошо держит. Вот, теперь из вязания это точно все. Где-то у меня идет пряжа. Я надеюсь, что я завтра ее получу. Там я не удержалась, заказала себе на шапку пухнорки. В прошлый раз, в прошлых влогах видели, да, я вязала из пуха норки желтую шапку и варежки для моей рукодельной подруги. Ну, и я не удержалась, себе тоже захотела шапку с варежками и заказала. Должны на днях прийти. И спицы у меня где-то идут, и еще пряжа, которую на день рождения заказывала. Надеюсь, что сегодня-завтра все это придет, и я вам покажу. Ну все, до следующего подключения. Пока! Хочу с вами разобрать сейчас эту корзину. Да, кто меня смотрит, уже знает. У меня здесь находится все для торопыжек. Хочу сейчас все отправить в стирку, чтобы все просохло, и уже отнести на эту встречу. А вот мои три ананасика, которые я связала на этой неделе. Вот они, эти три красавчика. Вон у меня тут одеяло, которое мне подарили. Так, и дальше достаем. Тут у меня малый комплект, один. Так, второй. Третий. В шапочках носочки везде. Я их все вытащу, да, и постираю. Третий. Дальше, что у меня тут? Это остаточки вот этой пряжи. Это остатки от моего свитера шотландский твид, так как это стопроцентная шерсть, я тоже вожу в корзину для торопыжек, обязательно извяжу. Плед, уже, наверное, забыли, да, что у меня тут такой есть новогодний красивый плед. Так, ну и остались одни игрушки. Пряжу берем в сторонку. И вот достанем все игрушки. Их я тоже, конечно же, стираю. Сейчас мы их посчитаем, сколько получилось. Все, игрушки все достали. Это у меня так и лежит шерсть. Вот, кстати, можно теперь вот с этой пряжи, просто они тоненькие, та и другая нитка. Поэтому, наверное, вот такой плед можно связать. Ну, не знаю, хватит, не хватит. Ну, добавлю, конечно, какой-то. Вот все, что из цветной пряжи осталось для торопыжек. Вот этот моточек у меня в пледе был. И вот у меня три белых мотка, ну почти белые, да, можно сказать. Все, можно теперь со спокойной душой красить. Я не крашу, пока не извяжу, допустим, то, что у меня уже есть, да, из цветного. Все, теперь можно уже красить. Корзинка попустела. Это все в стирку. Давайте посчитаем игрушки, сколько у меня получилось игрушек в этот раз. Ой. Один, два. Вот эти яркие вообще такие получились. Три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 игрушек у меня получилось за эти 4 недели. Раз в 4 недели у нас встреча. Все, сейчас это пойду все отправлять на ВТО, а потом проглажу комплектики, и уже в пятницу я покажу все это уже в таком красивом виде. Я вот тут решила пряжу покрасить. Я уже подробно, как я крашу пряжу, как-то снимала. Оно находится где видео, там, как я собираю посылки, подарки. В этом влоге там все в куче свалено, да, но если вдруг вы захотите посмотреть, как, ну, там более подробно я рассказываю, да, можете туда зайти. Сегодня я перемотала два моточка
Это у меня вот деревенская от Пехорки. Буду красить для торопыжек. 100% шерсть. Одна у меня цвет белый. И замоченная еще лежит. Там цвет натуральный, но она какая-то, знаете, такая с розова. А ну, та пока пусть еще лежит. Замачиваю я в воде с уксусом сначала. С уксусной кислотой, да. Или эссенция, как она называется. И вот эту пасмочку я решила покрасить вот такими. Крашу только пищевыми красителями, потому что для торопыжек, я не знаю, отсвечивает, нет. Это пастельные жидкие красители для яиц. Вот такие здесь цвета. Тут написано, какие. Голубой, салатовый и желтый. Вот всеми тремя я вот так по очереди сейчас попробую покрасить. Я не буду показывать весь процесс, снимать, как это делаю. Показывала, да, я мешаю вот в такой вот емкости в фикс-прайсе, покупала для соусов. Вылью туда вот этот пузыречек один, одну ампулку, да. Разбавлю водой горячей-горячей из-под крана. Туда капну чуть уксуса и сыпну чуть соли. Все перебулькаю. И налью сначала сюда, намешаю другой цвет сюда, и вот еще третий здесь будет. Как я все это тут покрашу, покажу, как это выглядит до, и как потом я ее прополоскаю, тоже вам покажу. Ну все, я покрасила. Вот как они шли. Зеленые, да, они не такие яркие, они пастельные, как и написано, да, здесь. Я уже как-то красила такими красителями. Будет такая нежная, не яркая. Мне кажется, должна быть очень красивая пасма. Все, сейчас я ее отправляю в микроволновку. Сначала минут на 4-5 на максимальной мощности. Достану оттуда, открою. Маленько постоит минутку. И еще поставлю минутки на 3. Все, я покрасила ту пасмочку. Сейчас у меня вторая. Это который цвет натуральный был. Ее я хочу как покрасить. Сначала я думала, что покрашу так же, как в видео, где подробно я рассказываю, как крашу пряжу. Я там в подарок ее отправляла. У меня там был фиолетовый, желтый и красный. Мне просто интересно, как ложатся так секции. Потом я думаю, ну что ж, я буду такую же красить. Но фиолетовый с желтым не хочется попробовать. Ну, я красила уже как-то, наверное. Ну, у меня уже все это посмешалось, как я красила, непонятно. В общем, ладно, что я тут навыдумывала? Я думаю, что половину я покрашу фиолетовым, вторую половину я покрашу желтым. И потом я разведу краску. У меня еще вот есть такой пузыречек от краски для волос. И что я тут думаю? Я его тоже оставила специально для цели попробовать что-то красить. Я как-то пробовала крапушки делать. У меня все это смешалось, у меня ничего не получилось. И я сейчас как думаю? На половинку желтого я здесь размешаю красный и вот так полосочками тоненькими сделаю. То есть, когда рассоединится, вдруг там получится что-то типа крапушек. В общем, я пошла красить, покажу вам потом, что же у меня получилось. Ну вот, все, смотрите, что у меня тут получилось. Фиолетовый кажется вообще таким черным, да? Здесь я хотела, конечно, сделать что-то потоньше, потом сверху сделала потоньше, думаю, ну а в середку-то туда ничего не поступает. В общем, покраска пряжи, девочки и мальчики, это такой эксперимент. Все, отправляю опять в микроволновку. В прошлый раз забыла напомнить, да, что обязательно закрываю крышечкой неплотно, потому что у меня дырочек нету, да, для микроволновки. Просто прикрываю. И да, та пасма у меня была 8 минут. Сначала 5 минут, и потом еще 3. Эту буду делать также. Все, потом уже покажу вам их в сыром виде. Ну а уже когда они высохнут, конечно же, покажу, какие они в сухом виде. Ну вот смотрите, все, я отжала в полотенце. Просто положила в полотенчик, а вот оно у меня тут тоже. Свернула коралькой и отжала. Вот такие пасмочки получились.
Вот это, конечно, нежная такая, зеленый очень красивый цвет вообще получился. Правда, такие пастельные. Ну, а это прямо ух! Высохнет, конечно, будет светлее. Вот так вот получились эти полоски. В общем, я когда покрашу, мне потом всегда не терпится дождаться, когда я начну с нее вязать, чтобы посмотреть, что вообще из этого всего выходит. Ну вот, как-то так. Теперь отправляю на сушку, просто повешиваю на дверь, на ручку двери межкомнатной. И все, и пусть сохнет. Когда высохнет, уже покажу вам готовый конечный результат. Всем привет! Ну вот сегодня у нас уже пятница, 22 декабря, и хочу подвести итоги этой недели. Опять вы видите мой свитер, я вам уже показывала, что он готов, я просто его отгладила и хотела показать, как вообще ровное полотно, как легли красиво петли. Мне кажется, вообще очень достойная пряжа. Я ей вообще прям довольна-довольна. Вот так вот все это выглядит. Я отгладила, отпарила. Петельки, как мне кажется, такие довольно-таки ровненькие получились. Вот такой мой свитер. Все, я его уже показывала. Убираю. Все. И вот перед вами тут такая картинка, кучка, да, вот что у меня еще на этой неделе. Я показывала, начинала носочки, мне нужно связать для девочки. Девочке 10 лет будет. 35 размер, это стоковая пряжа, у меня был немножко желтого, немножко вот такой. Вот все, что осталось у меня от этой пряжи, прям можно сказать, тютелька в тютельку ушли. Видимо, сказались на варежке с шапкой из пуха норки желтой, что мне захотелось опять взять желтую пряжу. Вот такие носочки. И что? Итог этой недели. У меня было связано 3 ананаса. Все у меня уже здесь постирано. Сейчас приготовилась. Вот они, 3 ананасика на этой неделе. Носочки. Я довязала, конечно же, свой свитер. И у меня был готов один из комплектов торопышка. Маленький. А какой это у меня был? Это был, кстати, у меня вот этот вот комплектик. Вот этот. Ну и давайте покажу, что я буду брать навстречу. Все, я их постирала, я их отпарила. Это малые комплекты. Шапочка, жилетка и носочки. А вот это один. Вот такой второй. У меня тут синенькие носочки с шапочкой по 2 получились. Без разницы, в принципе, какой, да. И вот он третий. Все постирано, отпарено. Красота. Ну и плед тоже я постирала. Вот он стал такой поровнее теперь уже. Все, убираем. И 16 игрушек тоже. Вот они все. Все готовые к отправке. Сейчас я это буду все складывать в мешок, в мешочки, да. И все это завтра уже уйдет от меня. Все, убираем в сторонку. Еще я красила на этой неделе пряжу, так как я извязала, я показывала, да, всю окрашенную, ну, то, что у меня было из цветной, не то, что моя окрашенная, а вообще и покупная, а цветная пряжа. А вот такие две пасмочки у меня получились. Мне нравится, особенно вот это нравится, очень нежная, да. Я показывала, как я их красила, чем красила. Вот это тоже красивая, яркая. Мне кажется, такие хорошенькие. Давайте, может, я вам покажу, как они высохли, да? Пасмы у меня короткие, потому что мотаю я на ножках стула. А вот красивый фиолетовый насыщенный. Люблю сочетание фиолетового с желтым. А вот такая. И давайте вот эту раскрутим. Это вообще нежнятинка-нежнятинка. Вот такие цвета получились. Мне уже прям не терпится с какого-нибудь начать.
Так, и покажу еще пришли мои покупочки, подарочки. К дню рождения я себе покупала. Вернее, мне дарили денежку, да, и я покупала. Решила я заказать от Швейторга еще пряжу. Вот они такие моточки. Выбрала такой цвет. Ариадна она называется. А здесь шерсть с хлопком. 55 шерсти и 45 хлопка. 150 грамм моточки, 498 метров. Спицы 3,5. Пряжа Швейторг. Только для оптовых продаж. Изготовлена в Турции. А я так понимаю, что они такими широкими полосами, да, полосами, как сказать, должны ложиться. Я видела в другой расцветке раскладку в джемпере, реглан сверху вниз. Очень красиво ложатся, мне прям нравится. Я не буду торопиться вязать из этой пряжи. Просто мне захотелось ее купить. Возможно, весной из нее начну вязать, потому что сейчас у меня... Девочки, подождите. Не буду сейчас вязать из этой пряжи, отложу ее в сторонку, потому что начну вязать на следующей неделе. Вот из этой пряжи тоже показывала, что ее покупала, тоже от Швейторга. Я связала образец. Но связала образец, вот здесь резинка на 3,5 и лицевая гладь на 3,5. Здесь уже на троечке. Ну, как бы я вяжу слабо, да, поэтому, ну, видно вам, да, что дырявчатый такой образец. Буду вязать резинку, наверное, на 2,5, а основное полотно на троечке. Ну, так вообще образец классный. Рядность, да, когда поворотными рядами вяжешь. У меня, как и у многих, рядность присутствует. Так, все убираем. Это мои прошлые покупки. И я заказала себе вот такой органайзер для спиц. Он довольно-таки большой. Сейчас мы его откроем, потому что здесь у меня лежат уже новые спицы и новые тросики. Вот здесь вот кармашки для спиц всякие разные. Здесь. Тут у меня уже здесь большой. Вот это мои новые покупки. Давайте сначала органайзер уже покажу. Заказывала на его на ВБ. Здесь прозрачное окошко, здесь сеточка все под замочками. И еще вот такие кармашки. Вот такой красивый, мне нравится. И заказала я от KnitPro спицы Symphony. Это укороченные спицы. И я сначала долго думала, заказать мне набор именно вот таких спиц, либо взять поштучно, да. Все-таки выиграли у меня отдельно тросики и отдельно спицы. Потому что в прошлом году тоже на день рождения я покупала себе два вот таких вот набора, тоже от KnitPro. Это Mindful, вот эти обычные спицы. Здесь у меня где-то вяжется, да, что-то на них. Не вяжется, вернее, лежат. У меня есть такая корзина, где спицы, которыми чаще всего пользуюсь. И вот такой набор. Это укороченные спицы. Вот он. Почему не стала заказывать набор таких? Потому что во всех наборах есть большие размеры спиц, которыми я просто не пользуюсь. Поэтому я думаю, для чего они будут у меня просто лежать. Если мне понадобятся крупные спицы, мне их достаточно будет вообще вот в этих двух наборах. Я ни разу не брала вот эти спицы. Максимум, что я вязала, это, наверное, 4,5. Может быть, раз брала пятерку, и то я не помню. Вот. Ну, заказала эти спицы. Думаю, ну, я знаю, что от KnitPro все тросики подходят. Ой, здесь у меня нет тросиков, все в деле. Ну нет, вот маленький есть. Они все тросики подходят, да, ко всем спицам от KnitPro. Но я думаю, ну как же. Такие спицы и с бирюзовыми тросиками не пойдет.
Мне показалось, что это будет не очень. Хотя сейчас смотрю, в принципе-то так-то и ничего. Поэтому я заказала еще вот такие тросики. Мне кажется, они с этими спицами смотрятся довольно-таки симпатично. Все это просто вот так вкручивается. Да, и вот такие красавчики получаются. Вот. Довольно, спицы классные, красивые. Вязать, конечно же, я еще не пробовала на них. Я взяла размер 3,25 и 3,75, потому что в таких вот четвертинках, а в этих наборах нету. Вот. Но я почему-то не учла, что вот у этих тросиков стаканчик не крутится, да, на 360 градусов, как вот у этих тросиков. Видите, стаканчик крутится, я не знаю, видно вам, нет. Вот здесь стаканчики так не крутятся, да. Но я все равно довольная, как слон. Вот, такие были покупки. Пух-норки, шапка и варежки желтые меня заразили. Я захотела связать себе шапку и варежки из пуха-норки. Заказала три моточка. Здесь вот дополнительная ниточка внутри. Color M40 Q3. Да, сложный такой номер цвета. Ну, в общем, вот такой цвет. Буду вязать шапку и варежки. Взяла такой светленький. Такого цвета у меня не было никогда шапки, но вот захотелось мне. Вроде бы и все. Вот такая целая куча перед вами всего у меня тут лежит. Встретимся еще лицом в кадре и обязательно, ну вы, наверное, уже увидели свитер на мне, потому что я хочу вступительное, заключительное видео снять именно в нем. Ну и все. До скорой встречи. Всем пока. Ну вот, посмотрели вы все, чем я занималась эту неделю. Еще я шила. Почему так мало связала? Ну, мне кажется, что я мало связала, я шила. Это видео будет влог невязальный, он выйдет в воскресенье. Вы посмотрите, чем я еще занималась на этой неделе. Ну и я немного говорила, да, руками в кадре, что я буду делать на этой неделе. Конечно, вязание торопышком. Кстати, вот они, эти две пасмочки у меня. Вот такие, которые я покрасила. Хочется начать с обоих сразу, да? Думаю, может быть, вы мне подскажете, какую в первую очередь вы хотите увидеть, да? Давайте назовем вот это нежное, а вот это яркое. Напишите мне в комментариях, из какой из первой будем вязать? Из яркой или из нежной? Хочу с обоих. А вот, буду вязать себе шапку. Не знаю, на этой неделе свяжу шапку и варежки, либо только шапку пока, а варежки уже будут позже, да? Шапку варежки, и я хочу начать от пряжи, ой, вернее, из пряжи от Швейторга хочу начать себе вязать джемпер, наверное, это будет называться, да? Для меня, в принципе, джемпер, свитер, кардиган, полувер, да, для меня это все кофта. Я знаю, что не всем нравится, когда называют это слово, но да, такое обобщенное, в общем. Буду вязать что-то похожее на джемпер. У меня такие задумки есть, но я еще пока до конца не определилась, как это будет. Скорее всего, это будет либо сшивное изделие, либо по кругу допроем. И здесь я разделю уже наперед и спинку, да? Что-то будет такого плана. Ну и все. И как всегда, вязание торопышком. И дальше у меня особых таких планов нету, других каких-то, да, кроме вязания, например, шитья какого-то. Я вышиваю игрушку, которую как-то показывала давно, я забыла ее показать опять. Да, у меня там немного есть вышивка, я буду продолжать. Ну вот, вроде бы и все. Вам хочу сказать спасибо большое за подписки, за просмотры, за лайки, за комментарии, за положительные эмоции. И все, как всегда, я вам желаю мира, добра и тепла. До новых встреч, пока-пока!